«Жив-был город». Мы вітанні з вами Аляна Давидова і некілька хвилин про самое цікаве і магчыма маловядомое життя наших вёсак і городов. Калі говорить про характер, то ён разноплановый, а называется город Барановичи. Другі по величині у Брэсцкай області, буйны чыгуначны вузел, бадай усе чыгуначныя дарогі Беларусі вядуць сюды. Яшчэ город кантраста, улічыць яго жыхарка, малодшы навуковы супрацоўнік музея чыгункі Наталья Ярош. Я не думаю, что где-то в центре города вы можете найти деревянный костел, который стоит напротив каменной церкви. Причем они одного возраста рождения, 1924 год. А еще наш город интересен тем, что он отказывается от традиции называть микрорайоны по сторонам света. У нас уже есть северный, южный, восточный, поэтому, наверное, пришлось найти новые названия. Наш новый микрорайон получил название Боровки. Называем мы его по названию ближайшего населенного пункта, который когда-то там располагался. Асаблівасць гэтага мікрараёна – нестандартныя назвы вуліц. Тут можна прагуляцца па вуліцах, што носяць імёны Францыска Скарына, Ігната Дамейкі, Паўлюка, Бахрыма. І також надо аддаць должнае, што там вуліцы названы і в честь пачутных жителей нашого города. Получается, што в одном небольшом мікрараёне мы можам паговорить как об історії Беларусі, так і о наших местных уроженцах. Хороший варіант такого патріотичнага воспитання. И хороший вариант, чтобы показать и рассказать о тех людях, которыми мы можем гордиться. Не только в историческом плане, но и теми, кто жил, работал и трудился на благо нашего родного города Баранович. Шмат по чым у Барановичах можна вывучаць гісторыю, як у цэлым, так і горада. А яшчэ ёсць магчымасць пакатацца на дрызіне і зазірнуць у 100-гадовую аптэку, бачыць мазаіку ў Пакроўскім саборы, а таксама пагладзіць вераб'я і каня металічных і жаданне загадаць. Заўтра гэтым і зоймемся, пакуль усё, да сустрэчы. Жыў быў горад.